Мужчина был сытым. Женщина должна соблюдать дома чистоту, убираться, следить за своим мужем. Мы, мужчины, люди разные. Мы бываем опрятные, а бываем такие, ну, не всегда опрятные, нам некогда иногда об этом думать. Вот, но наши женщины должны соблюдать и всегда держать нас в чистоте. Если мы чего-то, например, что-то такое мы не доодели, она должна нам сказать: дорогой, давай, вот одевайся так, так, так. Мужчина, женщина должна расти и воспитывать детей. То есть дети в основном на женщине. Вот. А женщина должна обучать детей. То есть отец может обучать, да? Но женщина должна именно изначально обучать детей. Что запрещает?